Железнодорожный переезд вблизи села Черемное Павловского района. Автотрафик здесь очень плотный. Ежедневно ЖД-пути пересекают сотни легковых и грузовых машин, в том числе бензовозов, которые везут топливо для предприятий. И на этом переезде не обошлось без происшествий. В марте 2023-го водитель легковушки выехал на пути в момент, когда приближался поезд. Столкновение, несмотря на экстренное торможение, избежать не удалось. Но сегодня повышенная активность наблюдается не только на месте пересечения путей и автодороги, но даже около него. Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД напоминают водителям о правилах безопасного пересечения путей и вручают им специальные памятки. К бдительности призывают и главные символы приближающегося Нового года. Но, как и положено Деду Морозу со Снегурочкой, они не забывают поздравить. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня проходит акция «Новогодний патруль». Ага. Мы предупреждаем всех автовладельцев о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения и быть непосредственно внимательным на переездах. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Угу. И желаем вам, чтобы все было хорошо. Чтобы в новом году обошлось без происшествий, говорят сотрудники магистрали, водителям стоит отбросить самоуверенность. Проскочить в последний момент мало кому удается. Так только в этом году в крае на железнодорожных переездах случилось 6 ДТП. В последнем, на перегоне в Панкрушихинском районе, в результате столкновения с поездом погибли 4 человека. Всего же такие инциденты унесли жизни 6 человек. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. И все случаи произошли по вине водителей автотранспорта. Соблюдайте правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Остановитесь на секунду, убедитесь в безопасности, после чего продолжите движение. Новогодние профилактические патрули до конца года пройдут на нескольких ЖД-переездах края. Работники магистрали надеются, что они помогут воззвать водителей автомобилей соблюдать осторожность и внимательность. Только при таком отношении можно снизить аварийность, а значит сохранить жизни. Берегите себя, а это вам от российских железных дорог и большие пода. О, спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.